Это Симферополь, а вот здесь едет до проспекта Победы. А его назвали, мы выезжаем из улицы Киевская и площадь под названием Куйбышева. Симферополь. Подарок по жителя города Крымчатни. Маршрут он едет до... Куда он? Так, там ремонт дороги ходит. Седьмой маршрут едет на Свободу. Он то же самое едет на Куйбыша. Просто. Следующая остановка – площадь Московская. Троллейбусная. А самый гениальный троллейбусный маршрут я объясню позже. Это Симферополь до Ялты. Что там здесь? Здесь там смешарики там стоят. Смешарики. Чаще смешарики. Дворец культуры. Профсоюза. Да, нет, это Нюша. Нюша и Кроша и Пин. Дети и взрослые. Парк. Там парк какой-то, но я тоже хотел в парк. Но это до следующего. Ну, а смотри, там какие-то аттракционы, трубы какие-то даже есть. Внутри трубы? Да, да, именно та. Поедим. С какого числа можно поехать в Симфер? У тебя будет денежка немного. Свиньи орущие в телевизоре. Улица Киевская. Вы контролируете? Контролируете чуть-чуть.